Ходят слухи, что только самый крутой и быстрый подписчик в мире успеет поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды. Давайте это проверим. Считаю. Раз, два, три. Ребятки, кто успел, это действительно правда. Ну а мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки, а начнем мы сегодня с игры Bullet Bender. В прошлый раз мы с вами остановились на 10-й миссии, поэтому давайте мы ее пройдем. Так, стреляем этих пацанчиков. О, это какая-то бонус-миссия, ребятки, ничего себе, начинаем прям с этой миссии. Так, отлично, получаете, получаете в голову. Бах, бах, бах. И... оу, 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 оу. Одного пропустили, ребят, пропустили там нескольких чувачков. Двоих не грохнули, к сожалению. Подождите, а что, я самого первого тоже не грохнул? Ну, походу, что да. Так, можно, в принципе, новую пулю с вами получить, посмотря видосик. Этого делать мы не будем. Мы с вами можем купить кое-что, мы можем апгрейднуть, либо же открыть любое оружие за 200 монет. А, нет, следующее оружие мы просто открыли за 200, потом за 300, ребятки, смотрите, мы открываем. О, это прикольно. Давайте мы за этот вот пистолетик поиграем. Так, бах. Значит, здесь нужно грохнуть убийцу. Так, мы спасли невинного человечка. И сейчас уничтожим еще вот того вот второго. Все, есть. Он бежал, бежал и недоубежал. Ребят, я надеюсь, что вам слышно музыка, которая здесь есть. О, есть, снайперочка, снайперка. Так, мы с вами можем ее апгрейднуть. Нет, 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 видосики смотреть не буду. В принципе, поиграем вот за такую вот снайперку. Так, нам нужно уничтожить вампира. Окей. Вампира так вампира, но здесь я вампиров что-то не вижу. Может быть, он где-то прячется. Так, ну тут 4 цели. Все, мы достигли всех своих целей, ребят. Да, мы всех грохнули. Отличненько. Следующая миссия. Так, погнали. Тут, ребят, желательно, наверное, в бочку не попасть. А хотя нет, попадем в бочку, в принципе. Потому что я думаю, что взрыв от этой бочки, он не зацепит тех невинных. Да, он их не зацепил. Мы с вами эту миссию проходим. Давайте мы тогда выполним, ребятки, с вами еще... ну, еще одну миссию. Да, давайте еще одну миссию выполним. Бам, выстрел в голову, смотрите. Бам, хедшот. Межглаз, хедшот. И в затылок, хедшот. Смотрите, теперь в быстрой съемке. Пау! Круто вообще, да? Ладно, ребят, время другой игрушки. А следующая игрушка это у нас Drop It. 11-я миссия, и давайте мы ее пройдем. Итак, ребят, что тут нужно делать? А, нам нужно сделать так, чтобы разбился стаканчик, да? Так, теперь делаем вот так вот. Бам! Все, мы его разбили. Отлично. Миссия выполнилась. Короче, вот просто нужно разбить стакан любой ценой. Следующая миссия, ребят. Ой, сейчас будут падать вообще какие-то эти треугольнички. Так, ну, первый треугольничек упадет сюда вот. Опа! И... да, с первого раза, ребят, мы с вами все прошли. Просто на идеально, да? Как говорится. Так, start now, drop it. Ну, ладно, давайте попробуем, что это такое. Какая-то бонус-миссия, наверное, да? Давайте отсюда вот так вот. Бах, все, сломали. Человечек такой просыпается, типа, и думает, что за дела вообще, что это был за звук такой. Так, ну тут нужно, чтобы она немножко отскочила вот таким вот образом, и все, мы сломали. А, он медитировал, а мы его отвлекли от важных дел. Так, окей. Дальше, 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 давайте мы ударим вот так вот. Оуч. А если мы вот так сделаем? Бах. Не-не-не, ничего себе, блин, ребята, тут мы еще и можем проиграть. Да, мы проиграли с вами, представляете? Так, ладно, давайте retry one more time. Давайте мы сделаем тогда вот таким вот образом. Так, ладно, одну бутылку мы сломали. Давайте вторую. Ой, блин, вторую тоже как бы разбили. И третью, ну, точно так же разобьем, как и вторую. Конечно, мы потратили все наши шарики. Так, no thank you. Пройдем на одну звезду. Мы потратили все наши шарики, но миссию, ребят, мы с вами эту прошли. Так. Тут нужно как-то его раскачать, мне кажется, да? Давайте, наверное, вот так вот мы сделаем. Бах, все, есть, раскачали мы этот шар. Так, кстати, Rove Puzzle, я когда-то играл в эту вот игрушку, мне кажется, что это от тех же самых разработчиков, ребятки. И смотрите, бэм. А, спасли, спасли они это. Делает стаканчик, но в итоге он все равно разбился, да, ребят? Мы его с вами разбили. Но thank you, я доволен, даже если мы проходим миссию на одну звезду. Итак, что дальше нужно сделать? Так, дальше нам нужно, наверное, как-то сломать постройку эту. Да, вот так вот, ребят, легко и просто это делается. Давайте мы с вами пройдем еще одну миссию и будем открывать следующую игрушечку. Так, значит, смотрите, ребят, сначала нам нужно сделать вот так вот.
Отлично. Теперь нам нужно сделать вот так вот и... Да, миссия выполнена. Следующая игра это у нас Hungry Animals. Ребят, мы можем с вами играть в онлайн, можем играть в Flow, там где много линий. Но давайте выберем там, где в онлайн, но если она будет довольно-таки легкая миссия, то тогда мы выберем там, где много линий. В онлайне мы с вами остановились на 4-й миссии, а там, где много линий, ребят, мы там с вами прошли очень много миссий. Ну, не, наверное, что все-таки, ребятки, мы с вами пойдем туда, потому что, ну, тут все очень просто, то есть это настолько изи, просто что легче просто не бывает, да? Смотрите, хоп, 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 да. Ну, тут все легко и просто, ребят. Тут все легко и просто. Ладно, давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами все-таки выберем там, где несколько этих линий. Получается, второй чаптер, да? Так, флоу называется, там, где несколько линий. И тут мы остановились на 23-й миссии. Ну, в основном я только играл вот здесь. Вот. Ну, сейчас посмотрите, почему я играл здесь. Потому что здесь интереснее. Смотрите, песик кушает косточку, кролик кушает морковочку, так, а котик кушает рыбку. Итак, морковочку. Оу, не-не-не-не, что-то мы сделали не так. Так, вот теперь уже, наверное, больше на правду похоже. Так, ты съешь эту штучку, а ты съешь хлебушек и рыбку. Да, ребят, видите, вот так интереснее играть, да? Здесь нужно немножечко думать. Так, дальше. Ну, а тут понятно, что этот будет есть, скорее всего, вот так вот. Нет, 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 нет. Наверное, что вот сюда вот нужно пойти. Сюда, 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 сюда. Так, и, наверное, что, ребятки, вот так вот. Так, песик. Песик сделает вот так вот. И вот так. А котик сделает вот так. Да, ребятки, изи. Просто изи. 24-я миссия пройдена. Мы с вами заработали еще денежек. Ребятки, я тут периодически буду чаек попивать, если вы, конечно, не против. Вы, может быть, будете слышать вот эти вот звуки, такие как сёрбанье. Просто у меня немножечко болит горло, и я себе заварил тепленький чаек. Я думаю, что вы не против. Поставьте, пожалуйста, лайк, если кто-то хочет, чтобы мое горло побыстрее прошло. Не знаю, вообще поставят ребята лайк за такое или не поставят. Так, сделаем тогда... Не-н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 е. Так, это уже что-то сложноватое. Так, дальше котик. Котик кушает рыбку. Ну, давайте мы вот так вот сделаем. Сейчас посмотрим. Песик соберет все? Нет, песик, ребята, все не соберет. Короче, что-то мы сделали с вами явно не так. Так, что-то мы сделали явно не так. Вот, это уже больше похоже на правду. Нет, все равно не так. Так, ящерица. Мы неправильно поступили за ящерицу, ребят. Вот так вот нужно было сделать. Да, вот так вот нужно было сделать. Так, за котика вроде бы пока все правильно. Так, тут хорошо. Опа, опа, опа. И вот так вот. Да, миссия выполнена. А нет, подождите, вот теперь вот миссия выполнена. А следующая игрушка это у нас Сиреноголовый против Cartoon Cat. И мы с вами прошли, ребятки, сколько мы здесь уровней с вами прошли? 4 уровня, да? То есть мы с вами прошли игру на 8%, там пишет. Значит, здесь в среднем где-то, наверное, уровней 60. Так, окей. И старт. Смотрите, дайте-ка я вспомню, что здесь нужно делать. Так, мы с вами взлетаем. Оу, мы с вами попали на мясо. Так, а, и теперь нужно биться, я понял. Давай, давай, давай. Бах, получай по голове. Мы сейчас с вами дубасим. Пигги, да? Это похоже вообще на Пигги. Мы играем за Cartoon Cat'а против Пигги. Так, давай, на, получай по голове. Получай еще по голове. Давай теперь на низ. Бах. Нормально мы так захедшотили. Бах, еще, еще, еще. Главное, ребятки, бить в голову. И когда мы бьем в голову, мы наносим максимально много урона. И сейчас даже можно голова об голову, и все равно уровень пройден, потому что... Но у нас осталось чуть больше здоровья. Так, сразу мне на голову приземляется. Это у нас... Это что, какой-то слендермен или что, ребят? Что это такое вообще? Так, на, получай. Блин, он руками меня ударил. А я вот его головой. Так, теперь голова об голову. А, все, вот, я увидел свое здоровье, ребят. Я его увидел. Так, можно, кстати, хилочку взять. Так, мы с вами захилились полностью. А вот бот, ребят, бот хилиться не умеет. Поэтому мы его сейчас с вами отдубасим. И мы заработали 250. Ну, считай, что долларов. Так, мы можем как-то прокачать нашего бойца, потому что у нас уже с вами довольно-таки много бабла. Так, лучшее время, золото, так, добыча золота, зомби-атака. Тут, оказывается, есть несколько режимов. Нет, ребят, наверное, что за золото здесь ничего нельзя пока что покупать. Может быть, в дальнейшем мы с вами что-то и откроемся за золото. Так, пигги. Теперь мы должны дубасить пигги.
Ну ладно, отдубасить пиги, так отдубасить пиги. Я, в принципе, не против. Смотрите, головой просто ее зажал, и сейчас просто так вот я ее разгромлю. Бах-бах-бах. Все, мы ее уничтожили. Так, следующая миссия. На меня сейчас уже никто не падает сверху. Нет, пока никто не падает сверху. Так, давайте мы взлетим. Тут колючки, ребятки, есть. Есть колючки, нужно аккуратненько играть. О, зомби! Это обычный зомби. Вот если бы его на колючку как-то, знаете, ребятки, бросить. Давай, 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 давай на колючку. Давай! Блин, а ты на колючке вообще падаешь, зомбарь, или нет? Так, давайте мы сейчас зажмем просто. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу! Есть вероятность, то, что я сейчас еще могу отгрести. Так, так, он головой ударился. Нам нужно с вами взять житик, житик, житик. Есть, мы взяли аптечку. Очень вовремя, ребят, мы взяли аптечку, потому что... Если бы я, наверное, ее не взял, я бы тогда бы мог проиграть. Ребят, это будет у нас последний уровень, наконец-то, со мной... это лампоголовый, это не сиреноголовый, это лампоголовый. Но игрушка называется Cartoon Cat против сиреноголового. Ну, возможно, сиреноголовый это здесь босс. Ну, не знаю, ребятки. Так, он попал на колючки или не попал? Так, тут еще можно золото подбирать, 50 монеток. Так, я возьму аптечечку. Отлично, захилились с вами. У него довольно-таки много здоровья у этого, знаете, я не знаю, что это за пацанчик. Это, ну, лампоголовый. Да, у него довольно-таки очень много здоровья, потому что если бы я не взял аптечку, я бы тогда бы, ребята, проиграл, но мы с вами взяли аптечку, поэтому мы выиграли. А следующая игра, это у нас Noob Jailbreak, сила мысли. Так, значит, мы можем передвигать мыслями наши какие-то предметы, да? О, а этот предмет можно передвинуть. Отлично. Так, ставим его сюда. И поехали. Так, берем ключик и проходим этот уровень. Так, прыжки в длину. То есть мы прыгаем с вами в длину только... Фу, им... Так, сразу пошли эту миссию, да? Так, они живые. Кто живые? Шипы эти живые, блин. Так, ребята, прыгаем быстрее, потому что они могут нас поймать. Так, апокалипсис. Апокалипсис начался, да? Так, апокалипсис, потому что шипы живые, лава тут еще... тоже передвигается. Так, ну нам как-то, ребята, нужно с вами... Так, блин, и мы погибаем. Так, нужно, может быть, сюда вот где-то вот выпрыгнуть. Так, давайте мы сюда вот запрыгнем. Так, вот сюда. А, они все равно, они за мной идут. Понимаете, ребят, в чем прикол? Шипы идут на меня. Вот, куда я, тут туда и... А, стоп, а может быть не стоять просто на месте? Может быть, мне не двигаться? Так, я не двигаюсь, и все равно они идут на меня. Да блин, как же мне пройти тогда эту миссию? Так, стоим на месте. И нас лава сейчас просто тупо... Я, кажется, понял, ребят. Так, нам нужно стоять на месте. Стоим здесь. Все, лава начинает подниматься. Выпрыгиваем сюда. Выпрыгиваем теперь вот сюда. Вот бежим. Опа. И я попадаю на колюки. Класс вообще. Очень здорово. Так, ладно, пока что стоим здесь, потом сюда, вот, ребят, сюда, и мы погибаем. Давайте еще попробуем, ребят, мы с вами практически уже прошли эту миссию. Сложная, и не спорю, очень сложная, и мы снова погибаем. Давайте последний раз, ребятки, последняя жизнь, как говорится, Бог любит троицу, но мы уже с вами, наверное, раз 8 пытаемся пройти эту миссию, и пока что безрезультатно, ребят. Ладно, закрываем эту игрушку, возможно, в другой раз когда-то я ее пройду. Мы с вами пропустили одну очень замечательную игру, это у нас Horror Field. К сожалению, ребята, игра Horror Field по каким-то техническим причинам не запустилась, поэтому я открываю Horror Show. Это, кстати, очень похожая игра на Horror Field, вот единственная чуть-чуть графика улучшенная. И здесь мы можем играть за маньяка. Но я в прошлый раз играл за выжившего, и на этот раз я тоже хочу сыграть, ребята, за выжившего. Постараемся выжить с вами здесь, так, и чтобы нас не поймали. Так, сразу ловят какую-то подругу. Так. Воу, да ладно, меня что, сразу тоже поймали? Так, ладно, ребят, нам с вами нужно убегать быстрее. Быстрее убегаем куда-то. Так, пацанчик, лучше бы, блин, ты починил меня. Так, ладно, идем сюда. Вот, ребят, нам нужна срочно аптечка. Нам очень срочно нужна аптечка, потому что без аптечки мы здесь с вами проиграем. Так, аптечечка. А может быть, мы даже с вами выживем и без аптечки? Так, давай, собирай. Но она очень медленно, ребята, это все собирает, когда она... получается, когда она ранена. Если бы мы были не ранены, то мы бы тогда бы с вами намного бы быстрее это все собирали.
Так, ну давайте будем собирать. Собирать. Соберем только пока что одну веревку. Так, привяжи простыню. Так, мы ее сейчас привяжем, ребята. И я бы, конечно, мог эти вот все три простынки привязать. Но я, ребят, хочу захилиться. Мне действительно нужна аптечка. Без аптечки я буду очень долго то все делать. Мне кажется, что я рискую. Мне нужно было просто брать и связывать то все. Но я, ребят, хочу еще поиграть, хочу побегать. Не хочу уже так быстро выигрывать. Я хочу просто захилиться. Так, это не аптечка? Тут тоже аптечки нету, да? Так, нет, тут аптечки нету. Ребята, давайте я сделаю чуть погромче, потому что мне не слышно. О, отлично. Отлично, вот и аптечка, ребят. Вот и аптечка. Мы сейчас с вами немножечко похилимся. Так, тот пацанчик поймал уже... Ну как, он только ударил троих. И все, я слышу сердцебиение. Ребят, я слышу свое сердцебиение. Так, все, отлично. Мы с вами захилились. Так, теперь мы бежим, ребят, туда, откуда мы и пришли. Так, бежим. Быстрее, ребятки, быстрее. Мы с вами должны выиграть. Мне на других все равно. Главное, я должен выжить здесь. Так, дальше. Вот смотрите, теперь как мы быстро это все делаем. Видите, теперь мы быстрее вяжем эти веревки. Но мне лично так кажется, что быстрее мы их вяжем. Так, я сделаю чуть погромче, ребятки. Поймали уже двоих пацанчиков. Еще... А хотя, блин, знаете, ребят, не факт, что она быстрее вяжет эти веревки. Так, они освободились, да? Да, они освободились. Но не знаю, с каким-то, может быть, нубиком мы сегодня с вами играем. Так, хорошо, есть. И еще. Еще последняя. Последняя веревочка, ребятки. Мы сейчас ее еще сложим. И усе. Так, сердечко-то стучит. Стучит. Ну куда ты его привел? Куда ты его привел? Так. Стой здесь. Ладно, давай. Доделывай. Что, с нуля будешь делать? Я думал, что она может это делать. Я думал, что она останавливается. Думал, что если мы сделаем половину этой веревки и остановимся, отойдем там в сторонку, и когда заново будем эту веревочку чинить с вами, то я думал, что она продолжает с того же самого момента, где остановилась. Но нет, она берет с нуля это все делает. Ребят, остались еще последние секунды. Этот пацанчик уже захилился. Тот никого не может поймать. Так, опа. И, ребят, давайте мы с вами тогда выберемся. Нам нужно просто разбить стекло. Так, и выбраться. То есть можно, смотрите, через окно выбраться, можно через дверь выбраться. Но я знаю один путь, это вот через окно. Я уже два раза вот его применяю. И, возможно, даже на второй раз мне тоже повезет. Ребят, остаются еще последние считанные секунды. Так, в другой раз, ребят, когда мы будем с вами играть в хоррор-шоу, то я постараюсь убежать с помощью других каких-то предметов, например, с помощью вертолета. Так, все. И да. Быстрее! Есть! Давай, выходи! Все, ты не успел меня поймать, я сбежал, ребят, вы видели, как это было эпично? Это просто было нереально жестко. Чувак прям подошел ко мне, а мы с вами прям перед носом у него ускользнули. Да, это было реально круто. Ладно, ребят, откроем следующую игру, это у нас Бравл Старс. А давайте первую катку в Бравл Старс, и мы с вами будем играть за Биби и сыграем в режим Hot Zone. Мне кажется, что Биби вообще очень хорошо подходит под этот вот режим. Ребятки, вот знаете, Биби это... Она, наверное, входит в пятерку моих лучших бравлеров. Ну, именно пятерку бравлеров, которые мне нравятся больше всего. Ребята, напишите в комментариях, какие бравлеры вам нравятся больше всего. Так, давайте лучше захватывать вражескую территорию. Бам! Так, стоим здесь. И у нас уже 15%, а у них... Ладно, давайте тогда, уже может быть тогда на нашу территорию пойдем и будем ее удерживать. Так, сколько там у них процентов? Ладно, вот так вот, хопочки, и все, и теперь у нас намного быстрее проценты пошли. Теперь мы просто вот здесь вот сидим. Давай, пацанчик, иди сюда быстрее. Ё-моё, там три чувака сидит. А что это, они не хотят сражаться или что? Я не понимаю. Бэм, давай, на, получай, отлично. Так, Тару мы сейчас грохнем с вами, но чуть-чуть не успели. 57, а у них 50... А, у них 40 с копейками. Так, ну что, Джин, держись. Я сейчас помогу тебе. Сейчас тебе помогу как следует. На, получай шаром. Бах. Есть, мы добили, по-моему, эту подружку. Нет, не добили еще. Не добили. Вот сейчас мы ее грохнули. Отлично. Так, 61, ребята, 61. И на, получай. Так, 63, 54. Ребятки, есть шансы, то, что мы еще даже здесь можем проиграть. 70, 60. Мы на 10 пока что лидируем.
Так, ну чё, привет, пацанчик, привет, привет. Привет, до свидания. Так, он сейчас ультанет. Так, и сейчас мы его ультанем. На, получай, получай мечом. Так, 84 и... О, он еще его разочек ударил, да? Ладно, бежим еще раз. Ну, он просто был заряжен, ребят, он мне ультанул разочек. На. Блин, снова коснул. Но это победа, ребят. Наши бойцы просто заняли ту позицию, да, и мы вот так вот выиграли с вами. Ладно, давайте мы тогда сейчас сыграем... Давайте мы тогда сыграем в другой режим и выберем другого бойца. Будем играть одиночное столкновение. А выберем мы себе... Так, за кого же я давно не играл, ребят? Я давно не играл за Дэрила. Давайте я выберу его и сыграем еще эту каточку за него, вторую каточку. Покатаемся за Дэрила, да? Покатаемся на бочках. Он же на бочке передвигается. Так, ладно, давайте подойдем. Залутаем первый ящик. Так, этот ящик будет мой. Мой ящичек, отлично. Там в засаде сидел пацанчик. Так, вот тут у нас сидит Кольт. Ох, ё-моё, смотрите. Смотрите, сколько здесь баночек. Бах. Так, три банки мои. Так, давай, сражайтесь. О, Макса грохнули. Так, отлично, Макса грохнули. Так, берем еще одну банку и убегаем. И убегаем отсюда. Так, у нас уже 4 банки, ребята. Так, и мы с вами зарядились, мы с вами заряженные перцы. Привет. На, получай, чувак. Все, убежал, да? Убежал от меня. Ребята, сейчас будет засада. Сейчас будет жесткая засада. Так, меня уничтожил, к сожалению, Кольт. Да, ребятки, он меня грохнул. Мы с вами заработали 0 кубков. Блин, это капец какой-то. О, 250 гемов заработали. Ну, жетонов за этого пацанчика, но их, наверное... А, смотрите, как четко хватило для следующего нашего приза. Это у нас большой ящик, а в большом ящике у нас выпало ничего. Ладно, ребят, закрываем тогда Бравл Старс. Открываем последнюю игрушку на сегодня. Это у нас Among Us. А последняя игра, в которую мы сегодня поиграем, это у нас Among Us, ребят. Тут один убийца и 10 человек. Ну, всего 10, то есть 9 обычных пацанчиков и один убийца. Так, ну что ж, первое задание нам с вами нужно выполнить в Madison. Давайте пойдем тогда туда. Есть вероятность то, что нас там могут грохнуть. Да, есть вероятность, ребятки. Большая даже есть вероятность. Так. И давайте выполним тогда вот эту вот задачу. Так, подсоединяем проводочки. Так, все, задача выполнена. Мы здесь с вами выполнили все. Так, Галя какая-то пробежала. Возможно, Галя и не убийца. Так, трупик кто-то еще находил? Нет, трупик еще никто не находил, ребят. Так, следующая задача, которую мне нужно выполнить, это вот это. Вот мы сегодня с вами занимаемся проводами, вот такими вот, да? Подсоединяем проводки. Так, кто-то их просто порезал, а мы их подсоединяем. Так, дальше. Что нам нужно? Нам нужно потом пойти в security. Но сначала мы зайдем, ребятки, с вами вот сюда, вот в эту комнату. Так, ты что-то типа выполняешь, да, какое-то задание? Так, это что? Это тут можно посмотреть телек. Так, мы с вами должны тут уже выполнить задание. Но тут много персонажей, я надеюсь, что меня не грохнут. Просто когда несколько человек, тогда убийца действовать не будет. Так, все, задача выполнена. Дальше. О, отлично, нашли Бади. Так, сколько уже чувачков замочили? Замочили только одного. О, чувствую, ребят, эта катка будет очень длинная. Так, я его спалил. Кто? Я спалил труп. Где? Точно не салатовый. Ой, синий. Так. Блин, ребят, у нас сейчас такой с вами цвет розовый. Ой, синий. Так. Так, желтый, привет. Я вообще проводку делал. Так. Но, бобер, ты что-то спалился, мне кажется, вот этими вот. Так, скипаем. Давайте, может быть, не скипаем. Давайте мы, наверное, все-таки будем голосовать. Так, давайте проголосую против вот этого вот чувака. Так, да, я голосую против него. Что здесь еще люди пишут? Так, go, голосовать быстрее. Быстрее голосуйте. Так, еще осталось 3 чувака. Давайте я напишу, чтобы они быстрее голосовали. Так, быстрее голосуйте. Не тяните время. Тяните. Есть такое слово тяните? Тянуть, ребят. Это я, конечно, грамотея, ребят. Извиняйте, конечно. Так, ну ладно, короче, можно и с ошибками написать. Так, проголосовали все, кроме Гали и Андрея.
Время закончилось, и смотрим, кого мы кикнули. Так, все скипнули? А, я понял, то есть никого мы сейчас не выкинули. Ладно, только просто потратили время. Ну, это просто кошмар какой-то. Ребят, я вот не зря оставляю Among Us на самый десерт, потому что мы долго играем с вами, всегда долго играем вот в эту вот игру. Ладно, давайте тогда выполним следующее задание. Эти два чувака бегают вместе. Так, кто-то устроил саботаж. Сейчас пойдем это быстренько исправлять, потому что если мы не успеем исправить, то тогда будет все очень плохо. Так, задача выполнена. Так, Галя, может быть, это ты убийца? Ты что-то возле меня так ходишь? Ладно, погнали сюда. Идем чинить корабль. Быстрее бежим его. А, стоп, не сюда. Побежал чуть-чуть. Вот. А, все, исправили. Отлично. Но мне тут нужно выполнить задачу одну. Так, вот. Эту задачу мне тоже нужно выполнить. Опачки. Так, все, задача выполнена. Так, дальше загрузить нужно. Так, а нет, не загрузить, это провода подсоединить. Подсоединяем провода как следует. Так, это же задача выполнена. Так, тут пацанчики за мониторами наблюдают. Так, ну можно, в принципе... А можно как-то камеры менять или нет? А, нет, мы только имеем как бы доступ к четырем камерам и все. Так, к четырем, не больше. Так, тут еще тоже нам нужно выполнить задание, ребят. Но это задание мы с вами выполним очень быстро. Так, давай подходим сюда. Давай, чуть ближе. Так, все, подходим и настраиваем все как нужно. Так, задача выполнена. И сколько там у нас еще? Оу, свет кто-то потушил, ребят. Кто-то погасил свет. Возможно, тут сейчас будет убийца. Так, давайте мы с вами лучше побежим до центра. Вот сюда вот прибегаем. Так, все, вот теперь свет включили. Так, нам еще с вами нужно выполнить одно задание. Блин, нажали на кнопку. Зачем? А, так, еще грохнули троих. Ничего себе. Так, что, кто красный вышел? Так, красный вышел. Зеленого грохнули. А тот, который долго голосовал, это он? А нет, это Андрей долго голосовал. Так, я... Галя... Что ты, Галя? Так, убийца, возможно. Убийца, возможно. Что ты, Галя, убийца? Я. Что ты? Да блин, да мы поняли, что ты. Что ты? Я не понимаю. Go. Блин, почему? Вот почему на. Почему на то, чтобы проголосовать, так много времени выделили? Ну, это реально очень много времени, это напрягает. Я видел трупы. Жми на сапог и кикай Андрея и Галю. Так. Их нужно кикать. Да, Андрея и Галю надо кикать по любасу. И, наконец-то, последние секунды. Сейчас посмотрим, кого выбросят. Надеюсь, либо Галю, либо кто-то вот Андрея, который не голосует. Так, 5 секунд. Блин, вы издеваетесь. Вы реально издеваетесь. 2 против того. Это просто капец какой-то. Выбросите их сразу двое и все. И, короче, на этом бы мы остановились. Так, ребят, давайте мы, короче, с вами будем тогда, короче, рисковать. Пофиг, убьют меня, так убьют. Ничего страшного. Так, идем сюда вот. И я еще хочу выполнить свое последнее задание. Так, я хочу его выполнить. Это его нужно выполнять вот здесь вот. Так, идем сюда и... Опа! Так, все, это мое последнее задание. Так, отлично, я его выполнил. Так, пацанчики, мы все свои, да? Так, Андрюха тоже тут бегает. Так, я выполнил все задания. А, нет, есть еще одно задание, которое нужно выполнить. Так, идем сюда, все за мной, пацанчики, все пацанчики за мной. Так, давайте, группами ходим. Так, сюда. И мне нужно выполнить еще одно задание. Мне нужно выполнить это вот задание. Так, подходим сюда вот. И делаем так вот. Хоп, все. Задача выполнена. Так, убийца. Так, мы все ходим кучей. Но, возможно, убийца где-то вот здесь вот, ребят. Возможно, он... репорт. Это белый. Белый убил. Так. Это белый. Так, я видел... Я видел, как он убил. Так, это белый, я видел, как он убил. Белый 100%. Так, да. Го, все за него голосуем. Так, все, против белого. Давайте. Квинт, быстрее голосуйте. Галя, он
там проходил. Галя, иди в шоу. Быстрее голосуйте. Квинт, голосуй, Галя. Так, хорошо. Голосуем, народ. Голосуем, народ. Быстрее, быстрее. Быстрее. Так. И кто тут у нас еще не проголосовал? Еще не проголосовал Квинт. Фиолетовый. Голосуй. Так, блин, я не понимаю, куда? Я не понимаю, зачем так долго тупить? Ну уж голосуйте быстрее, не тяните время. Так, отлично, все проголосовали против белого. И кто? И это труп? Ой, это импостер или нет? Он вот за импостер, да, ребята? Это был он. Мы выиграли, отлично. Мы выиграли эту катку, была довольно-таки долгая, но мы с вами это сделали. Ребят, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!